Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундук бесплатный. Так, магнит, стартовый ускоритель, 1500 монет. Так, ну что, 36 тысяч кубков у нас впереди, ребята. Очень мало времени остается до конца сезона. Не знаю, как-то надо пытаться. Так, ну что, у нас тут, наверное, возьмем... Так, подожди, а почему у меня здесь крылья? Вот так вот я хочу прокатиться. Горные мосты на грани безумия. Ну что ты, еле поехала, ребят, моя машинка. Вот здесь, кстати, крылья бы, наверное, пригодились бы все-таки лучше. Нормально, отлично, ребят. Ну что, первая гонка началась превосходно, с победы. Скалистая дорога. Слушай, по-моему, здесь вот как раз... Это вниз? Действительно, здесь бы крылья очень бы круто зашли. Так, дай-ка я, наверное, вниз поеду. Офигеть, тут мы кренделебры выкручиваем. Да, друзья мои, здесь тоже первое место у нас. Ну что, отвесная скала. Это, если я не ошибаюсь, по-моему, будет у нас затяжной прыжок вниз. Я ведь не ошибаюсь? По-моему, я не ошибаюсь. Ой-ой-ой-ой, зря я так сделал. Нет, не надо, я не хотел наверх, твою-то. Вот сам все взял себе, ребята, и испортил. Ладно, все равно, в любом случае, первое место. Начал там кочеврыжиться. Мы, кстати, с тобой, знаешь, что не сделали? Опять же, не поменяли нашего гонщика. Кубок езды по ухабам. Ну, по ухабам мы все прекрасно знаем, что у нас... для этого годится супердизель. Он прям рожден для этих ухабов. Но тут, видишь, тут, ребят, появился танк. И мало того, что танк, то там еще и вертушка. А вертушечки-то не получилось меня обогнать, как ты видишь. Что лишний раз, ребят, подчеркивает, что все-таки супердизель будет получше. Но не всегда. Ты посмотри, смотри, кто там наяривает, ребят. Спорткар. Спорткар решил меня обогнать, но опять же у него тоже ничего не получилось. А вот в пещерах, к сожалению, да. В пещерах мы можем сломаться. Причем легко. В отличие, ребят, от вертушки, мы можем здесь навернуться, мама, не горюй. Отлично, отлично. Есть. Вот тебе и вся езда по ухабам. Первое место. Что и требовалось доказать. Кубок лесов. Слушай, наверное, кубок лесов я тоже попробую проехать на супердизеле. Давай, родной. Слушай, ну все прекрасно. Все прекрасно здесь получилось. Капитанский журнал. Они что, тут все на скутерах, что ли, решили прокатиться, я смотрю. Не знаю, ребят, почему они тут. Но, слушай, у них получается довольно неплохо газовать на этих скутерах. Слушай, опа. Опа. Чуть-чуть бы, ребята, меня суперкар бы этот вынес бы. Но благо все у нас тут идет хорошо. И первое место я заслуженно получаю. Так, путешествие на пальцах. Ну, ребят, путешествие на пальцах я, наверное, все-таки возьму здесь багги. Кстати, мне надо посмотреть, у нас багги там ничего не прокачивается у нее? Пока нет. Магнит, то, что можно, конечно, улучшить. Но прокачать нельзя. Ладно, давай попробуем. Ох, ё-моё.
Хорошо, да, вышло. Нормально, ребята. Пока все the best from west. Опять же, вот эти вот слишком высокие полеты у нас. Слишком высоко подлетаем и слишком медленно приземляемся. То есть тратим на это офигенное количество времени. Фига он там перепрыгнул. Слушай, Икар, иди сюда. Эх, мне его, наверное, никак не обогнать теперь. Да вы издеваетесь, что ли, а? А того-то мне уже все, ребят, не догнать, по ходу дела. Ну да. Сидит он уже здесь. Как он обогнать-то мог, меня я так и не понял, если честно. Ну то, что он перепрыгивает, я вижу, что он перепрыгивает все эти ямки. Но он очень теряет скорость, ребят, как я вам и говорил, на своем приземлении. Суперкар здесь, конечно, оплошался. Он перепрыгнул, ребята, но он замедлился. У него упала скорость. Так, зимний шинный, колесный ускоритель и старт ускоритель. Кстати, колесный ускоритель у нас на раллийное авто. Кубок сумрачной долины. Давай-ка я попробую здесь тоже, ребят, на багги прокатиться. Может, что, получится путевое, а? Кстати, там тоже кто-то у нас на баге. И еще, помимо баги, там еще и супердизель. Фига, это как он так? Йоху! Рогуа. А, Поря. Поря, ё-моё. Мы этого Порю выпороли. Чуть не оговорился чуть-чуть. Ну что, блин? Так, этот Поря достал уже, серьезно тебе говорю. А, у него тоже нитро, ребята, у него тоже нитро. Ну хорош, давай еще тут, блин. Есть, первым. Это меня не смог догнать. Ну что же, скрученные деревья. Значит, я тебе скажу следующее. Если у нас два первых места, значит, мы будем лидерами здесь. Коротко и ясно. Нет, этот Поря действительно меня достал. У него, наверное, лучше прокачан этот ускоритель монетный. Потому что он просто не отстает от меня. Не то, что не отстает, он даже в некоторых местах меня догоняет. Но здесь, благо, все отлично. Все прекрасно, ребята. Первое место возьмем? Возьмем. 18 деталей. Это у нас на мотоцикл. Так, лесной кубок. Слушай, лесной кубок, по-моему, здесь надо брать супердизель. Бревна и валуны. Если бы я здесь был один такой умный, да? Да, друзья мои. Вот эти вот прыжки, блин. Просто меня вымораживают. Я уже сколько раз об этом говорил. Какая-то баги несчастная, ё-моё. Да потому что моя машина прыгает, как раздолбайка полная, блин. Какой-нибудь бугорочек, все, начинает, блин, летать там. И это очень сильно угнетает. Тут Вилли какой-то, блин, первым теперь прет. Видишь, у него тоже, ребята, тоже вот этот вот прыжок, блин, дурацкий, затяжной, блин. Он просто тут начал, стартанул как-то. Удачно, скажем так, вот. Вилли, блин. Они там все идут. Они поверху, да? Фу ты. Не могу, прям бесит, ребят. Ну, просто раздражает, а.
третьим. Так, а по итогу второй, да, получается? Да, второй. Взял, блин, на свою голову. Так, Кубок Федерации. Нет уж, извините. Кубок Федерации я поеду на нашей раллийной авто. Давай, заезжай ты, господи. Ать! Вот это вот. Все, ребят, я вспомнил это местечко. Или это не то? Это как раз то. Ты видел, да, где вертушка споткнулась? Вот где она споткнулась, обычно спотыкаюсь я. Мало того, что я спотыкаюсь, я все время еще и падаю там. А что это за интересный такой флаг, ребят? Эх, крылышки бы мне сейчас. Так, от меня не отстает чувачок один. Блин, смотри, действительно не отстает. Он на чем был? Он был просто с крыльями. Без монетного ускорителя, без нитро. И он почти сзади меня чесал. Почти не отрываясь, ребят, от меня. Окей. Давай. Есть. Ну, тут вообще топово. Тут просто... белиссимо получилось. Так, что у нас там? Блин, я не поздоровался. Так, мы уже меня нарушение провели. Нужно повышение прива. Прива. Так, ну что? Продолжай, ребята. Туннели. Нет. Туннели мы будем проходить на раллийке. Ай, дуралей, вот. По-другому не скажешь. Чувак какой-то там выпендривался, я смотрю. Есть, получилось. Не разбейся ты, блин. Щух. Замечательно. Ну что, давай двигаться дальше. Наша цель сегодня взять, ребят, 36 тысяч кубков. В следующей серии я попробую взять 40. А там, возможно, мы все-таки умудримся взять 50 тысяч кубков. Я сюда поеду. Есть 50 тысяч кубков, и, возможно, мы успеем пройти. Но на все про все у меня неделя. То есть, это получается, на длинных выходных мне придется здесь, ребят, то и дело гонять, еще раз гонять. Потому что следующие выходные, получается, это последний у нас, да, и заканчивается месяц. Ну, это у меня, по крайней мере. Слушай, отлично пошел я. Пошел в отрыв, причем в солидный отрыв. Есть. В солидный отрыв и, соответственно, первое место. Так, что у нас там пишут? Привет. Я тут недавно. Здорово, ребята. Так, магнитная цепь. Ну, давай магнитную цепь, я тоже пройду на раллийном авто. Хотя... но мне нужно докачать, ребята, мой суперкар. Вон, фриз. Видишь, на суперкар едет. Тут еще и тягач, ко всему прочему. Вот. Вот она, ребята, роковая была моя ошибка, блин. Врезался в этот магнит. Соответственно, потерял скорость. Но, слава богу, хотя бы не проиграли. За это отдельное спасибо. Так, магнитное безумие.
Тягач, отвали, ты меня нервируешь. Трындец, меня просто крышу отнесло, ребят. Ах ты, гаденыш, он на крыльях, ребят, летит. Не успел. Чуть-чуть буквально мне не хватило, чтобы его догнать. Неужели, блин, такое преимущество с этими крыльями? А, он еще, видишь, у него стартовый ускоритель был. Фига себе тут этот орбит. Вот и все, орбит не долетел, ребят. Я его обогнал. Он разбился. Так, мистический кубок. Подожди-ка. Мистический кубок я попробую, наверное, опять же на баги проехать. Не всегда, конечно, получается, ребят, хорошо. Смотри, опять вертушка, ребят, с монетным ускорителем. Тут еще и спортивное авто. Есть. Спортивное авто, причем две штуки. А вертушки не получилось только лишь из-за того, что она, ребята, взяла монетки и перевернулась. А так бы все было бы у нее нормуль. Первое место бы она, скорее всего, заняла бы. Ну, ё-моё, ну что это за... Ненавижу вот эти прыжки, ребята, ненавижу. Вот именно из-за этого дебильного прыжка я и сейчас получил второе место. Именно из-за него, блин. Твою налево. То, что он прыгает и приземляется, ребят, я уже об этом вам говорил неоднократно. 3 часа, блин, он приземляется. Ой. Да-да-да, это же эта пакость. Раздражающая, как говорится. Я так до сих пор не понял, кто это. Я думал, что это какой-то, ну, этот... совенок, это как-то черепаха, кто-то говорил мне. По идее, это... Да, откуда, блин, совенок будет в воде находиться? Это какая-то черепаха, лилия, хрен знает, кто там. Так, а этот, я помню, ребят, это чисто спуск, по-моему, вниз. Да, это чисто спуски вниз. Блин, спуски вниз, подъемы наверх. Есть. Все, ребята, 12 очков. А, 11. Жить. Блин, еще дофига тут гонок будет. За короткий срок на 30 месте. На 30 месте норм, я считаю. Так, а у нас кубок застойный. Дай-ка я попробую, наверное, здесь тоже на баге проехать. Слушай, по-моему, я не то, ребята. Кубок застой, это болото же. Что это? Офигеть, он меня выкинул. Ты видел, крокодил? Да почему мои баги, блин, такая... Я не знаю, прям бесит меня, ребят. Ну вот серьезно говорю, уже не могу, блин. Вымораживает меня вот эту... Вот эти вот прыжки дурацкие ее. Знаешь, почему первый место взял? Он, я вот так вот ехал, а он задрал свой нос вверх. И поэтому ему чуть-чуть, если бы он выровнял бы его, он бы взял первое место. Вот элементарная его глупая ошибка. Вот опять же, приземлился как мешок, блин. Да ты будешь ехать там, где... Блин, не могу. Раздражает сейчас. Вот знаешь, вот был бы где-нибудь в гараже, была бы у меня, не знаю, там, ребят, монтажка, звезданул бы по этой баге, вот серьезно тебе говорю. Просто монтажка бы, звезданул бы по ней бы. Дебильная какая-то, просто дебильная. Она не слушает, она не хочет, ребята, делать то, что нужно мне, понимаешь? Она живет, блин, своей жизнью. Мне нужно так сделать, она делает все наоборот, блин. Там не нужно прыгать. Она прыгает.
Молодец, блин. Какое? Первое место, ребят. Все отлично. Так, а кубок претендентов. Слушай, это, по-моему, у нас для этой машинки. По-моему, так. Могу ошибиться, конечно. Кубок претендентов. Это, по-моему, разные трассы, да? Вот дурацкие прыжки вымораживают мне. Так, тут еще и формула. Ребят, ну понятно. Понятно, из-за чего он тут выиграл. Из-за своего, блин, нитро. Просто нитро ему попалось, и все, ребят. А у меня вот эти вот дурацкие прыжки. Оу, тут еще и байк. Ну ладно, байк хотя бы мы... Это не байк, ребята, это был... опять же, формула сзади ехала. То есть формула обогнала байк? Не вздумай, блин! Как тебе такой расклад? Ну, так только Рэй может. Вот так только Рэй может. Никто, наверное, никогда сюда не попадал. А я попал. Второе место, хоть, слава богу, не самое последнее. Трасса Билла. Ну, трасса Билла, естественно, ребят. На суперкаре. Так, тут у нас еще... А, не я один тут самый умный, да? Же надо так было обделаться, а? Трасса Билла, блин. Все, самый последний приеду. Только лишь из-за того, что попал в эту чертову яму. Да ё-моё, ну... Как меня это вымораживает все. Вот этот тупизм, блин. Едешь первым, блин, в какую-то... В кочку попал, все. Последний. Тупость, конечно. Просто тупость. Блин, у меня форсаж есть на этой тачке или нету? А, я же взял защиту. Я же взял защиту, поэтому... Поэтому у меня и жертвуются, ребята, именно на форсаже. Вот без защиты тоже, ты извини меня. Один раз перевернулся, все, ребят, ты трупешник. Как бы так не особо хорошо получается. Ну, тут понятно, тут первое место. Так. Привет, привет. Так, ну что, ребята, остается совсем чуть-чуть. Грязное ралли. Грязное ралли. Само название говорит о том, что нам, наверное, надо взять супердизель. Давай, раллийку, может быть, получится все-таки сделать ее. Да, ребят, получилось. Раллийное авто нам обогнать. Там очень много было кочек, и за счет нитро, ребят, мы просто с вами сиганули отлично. Вот как сейчас будет то же самое. Плюс проходимость по большим камням у нас хорошая, в отличие от других машин. Такс, ну что, утеряно в передаче. Что там, блин, утеряно в передаче? И в какой передаче? А вот здесь, да, вот здесь вот все, ребят. Вот это вот начинается прыгание, елозинье. Все, ребят. Раллийное авто в этом плане, оно немножко полегче, получше. Не, тут уже поздняк. Поздняк метаться в очень первое место.
А, первое место. Тут еще, оказывается, гонка у нас. То есть все решится сейчас. Ну, понятное дело, ребят, прыжки, прыжки. Ну вот за счет вот этого, ребята, большого подскока, который был у меня в конце, я и взял первое место. Риски. Так, блин, кубок ледника. Кубок ледника. Я как всегда, ребят, я как всегда в своем репертуаре. Короче, это дуплисты, наверное. Меня бесит то, что постоянно мы попадаем под этот дурацкий лед. Ты смотри-ка. Что, все научились, что ли? Все научились, кроме меня. Так, там кот же как-то рванул. Как он так интересно сиганул, ребят? Третьим я пришел. И по итогу... По итогу вообще не зашел никаким. Откатываемся назад. Эпические холмы. Блин, вспомнил эти эпические холмы, ребята. Слушай, да отвали ты от меня, а. Прям по пятам елозит. Есть. С магнитом, с чем он там еще-то ехал, я даже не обратил внимания, ребят. С колесным ускорителем, да? Кто на чем, ребят? Кто на чем вырывается вперед, я смотрю. Ну вот как он твою налево, блин, заехал-то так быстро, блин? Где этот, а? Вот как? Мне, блин, приходилось там кочеврижиться, он взял, просто залетел фиг знает откуда. Блин, надо крылья брать. Или крылья, ребята, или сцепление. Ну это дерьмище полнейшее, она не хочет нифига ехать, машина. Так, желторотый отстал. Фу ты, блин, не могу, прям вымораживает меня. Еще фризы какие-то начались. Но я первое место занял. Так, замечательно. Ну что, песок в купальнике. Песок в купальнике. Взять эту, что ли, машину или... Или опять же баги. Давай, наверное, попробуем на баги прокатиться. Истинное предназначение баги для чего? Для песка. Поэтому мы и поедем. А он... Фига там, чувак. Ё-моё. Ну что это? Да... Блин, неужели только такое вот везение может мне, блин, выпасть, а? С этой будкой дурацкой. Так, Борик перевернулся, ребята. Ты, блин, серьезно сейчас, твои... Дебилизм, а?
Третьим только лишь из-за того, что там Борик этот перевернулся, разбился он. Мне уже достало, ребят, вот эти вот все будки и тому подобное перетаскивать. Таскать на себе. То будки, то валуны, то ледники, то еще что-нибудь. Ну, серьезно тебе говорю. Тягач тут еще этот дур... ККМ-ка откуда-то взялась, блин, непонятно откуда. Так, Борик. Второй, что ли, получается, да? Второй. Ладно, здесь второй. Ну, а там-то вообще четвертый. Так, ККМ-ка тоже, да, тут умника врубает. Опа. И в домике. Замечательно. То есть у них ни у кого не получилось. Так, нагорный кубок, ребят, нагорный кубок. Поеду я на баги, наверное. Нагорные кубки эти проходить. Ну нафига ты опять свои вот эти вот километровые прыжки-то делаешь? Ну что, ребят, напишите, как нафиг от этих прыжков дурацких избавиться? Все. Все, тут обделались. Да? Или еще не совсем обделались? Ну, практически. Твою ж налево, давай, выпрыгивай, есть. Фух. Это, конечно, было люто. По этим ухабам прыгать. Но, благо, у нас баги, она в принципе предназначена для этих всяких прыжков. А вот здесь я уже не знаю, ребят, как она себя поведет. Отлично она себя повела здесь. Все у нее прекрасно получилось. Я не ожидал. Так, ну что, друзья, наверное, еще одна гонка. Так, как вы думаете, покупать ли мне вертушку? Ничего себе, за 2 дня почти 100 км. Ну, вот нормально. Так, ребят, я ненавижу воду. Я ненавижу воду, я буду проходить на суперкаре. Как по мне, она именно для воды самое то. Но, как я вижу... То есть он вообще все это проехал, как будто... Фига он. Че у него там? Ну, монетный ускоритель... А как он так быстро-то шпаранул-то, я не понял даже, если честно. Что, до того прокачан монетный ускоритель, что просто охренеть? Или что? Что-то мой здесь монетный ускоритель вообще, ребят, хандрит. Сейчас заехал туда, куда не надо, блин. Да, у того 6 очков, у нас только лишь 3. То есть в любом случае мы с вами, дай бог, в лучшем случае вторым будем. А то, может быть, и вообще... Потому что у него, по-моему, монетный ускоритель, ребята, прокачан просто до хренения. Вот что я могу тебе сделать вывод. Тут чувак так шпарит, что у него только дверь отлетает, блин. Да. Вторым, ребята, приехал. Но этого недостаточно. День гонок. Отказали тормоза. Ну, поехали. Попробуем здесь прогнать без тормозов.
Блин, не могу вот. Как я вот это вот вижу, когда он начинает вот это вот тормозить на этих подъемах. Прям пипец, ребят, не знаю, что готов сделать. Я говорю, взять монтажку и долбануть по ней со всей дури. Есть, проехали. Так, разворот. Так, что-то мои нервишки становятся не к черту, ребят. Надо, наверное, с этими играми то ли перерыв делать, то ли еще что-то. Это как, помнишь, в свое время Shadow Fight? Вторая часть особенно. Как она меня, ребята, вух, гнобила. Просто издевалась она надо мной. И здесь то же самое. Начинается какое-то издевательство самое настоящее. Вроде та же самая машина, все то же самое, но не ведет она себя как нужно. Все, ребят. Все, обделались. Какой ты нахрен суперкар, блин, если ты не можешь в горку заехать, блин, суперкар, суперговно. А ты, вот что я тебе скажу. А не суперкар, блин. Супер говно, самое настоящее, блин. Пипец, ей не хватило. И не хватило. Нафиг в жопу магнит. Поехали. Да, монетный ускоритель, ребята, желает оставаться лучшим. Не дает он мне существенной прибавки в скорости. Не дает. Я вот уже посмотрел, ребят, ни хрена. Это что, это нормально? Каким я там еду? Третьим? Хорошо, да, катаемся? Просто, ребят, зашибись. Да ну отстой какой-то, блин, ну. Зашибись, опять третьим. Ну давай хоть эту-то гонку выиграем, блин. Ё-просто, зашибись. Да понятно, короче, четвертым, ребят. Мы сейчас еще, мало того, что, не то, что последнюю гонку, блин. Мы сейчас еще и откатимся с вами. Да-да, мы откатимся, блин. Да ты заезжай, ты дерьмо-то собачье, блин. Короче, нахрен. Выхожу отсюда, блин. Дерьмище полное, а не машина, блин. Просто дерьмо, блин. У меня нет слов, ребята, на нее. Что-то он меня вымораживает, я не знаю, ребят. Что-то меня бесит в последнее время вот эта игра, блин. Со своими дебильными прибамбасами я не понимаю, блин. Игра делана специально, чтобы, блин, во-первых, тебе доставались противники, блин, хрен знает какие, это раз. Во-вторых, что ты везде косипорил, блин, везде. Где ты раньше не косипорил, а сейчас ты начинаешь косипорить. Блин, причем на ровном месте. Сейчас моя машина не смогла заехать, вот раллийное авто, в горку. Она не могла заехать в горку, она всю жизнь заезжала туда, а сейчас она не могла заехать туда. Ну вот как вот это объяснить можешь? Раллийное авто не заехало в горку, блин. Пипец, конечно, я в шоке.
Я, ребята, в шоке от этого всего. Ты издеваешься, что ли, блин, а? Надо мной. Опять ни хрена не взяли. Блин, я уже начинаю ругаться, блин. Я уже начинаю ругаться, это хреново, ребят. Что там сзади едет? Что за параша непонятная? Скажи-ка мне на милость. Баги вроде бы тоже, ребята, набирает очень быстро скорость, но в то же время ее так же быстро и теряет. То есть она не может на постоянку ехать с бешеной скоростью. И то, что вот на заднем колесе, ей бы, конечно, лучше ставить, ребят, на этот. Ну чё, вот куда? Ускоритель этих, как называется, колес? Так, по-моему, да? Есть. Я обогнал этого хмыреныша. Все, ребят, берем 36 тысяч кубков, блин. Пора уже на работу валить. Топливный ускоритель. Но это у нас для этого. А мне лихача покупать, Пьетри? Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!